Всем привет, с вами я, Вадим Сина. Добро пожаловать. Сегодня у нас продолжение игры Company of Heroes. И у нас глава Мортен. Значит, миссию. Некоторые офицеры никогда не добиваются войны. Но капитан Маккей заслужил мое с первого дня. Военный лагерь Форт Трейли, Канзас. Он бы не дал нам таких. Мы перемещаемся за линией фронта в город Мортен. Наша задача — вызволить роту ДОК, удерживающую высоту 317. Теперь командует лейтенант Конти. Ну, здесь мы будем в защите быть, и надо удержать высоту. И я уже, признаюсь, уже пробовал, и, к сожалению, с первой попытки у меня ничего не получилось. Ну, то есть, половину задания я выполнил, но вот высоту я не удержал. И я даже затрудняюсь сказать, как ее удержать. Мы сейчас будем пробовать, там посмотрим. За пределами Мортона, 6 августа, 61 день. Легенда плюс 61, кому как понравится, в общем. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как ее удержать. Но ограниченными этими... Не знаю, либо сейчас технику наделать... но эту пулеметную она просто быстрее передвигаться будет. Там танки потом уже пойдут, то танки просто против танков пехота не очень. Попробуйте передохнуть на этом холме, может, у вас получится. Пошли, Таггер. Давай, куда пошли? Свой зад сюда. Штаб основан. Ну, техника вот здесь, высота вот здесь. Хорошо, это просто. Мы будем удерживать высоту 317 до 6.30. Нам нужно выставить оборонительный периметр. Рота ДОК устроила там несколько окопов, но сейчас никого в них нет. Нужно отправить туда несколько отрядов. Как только выставим периметр, нам нужно укрепить город Мортен. И это все. Рота ДОК будет здесь с танками, и будем надеяться с кофе к 6.30. Дурацкий.
На поле боя поступила взрывчатка. Снайпер 280. Сама по себе война не выигрывает. Занять позицию за орудием. Пора убить несколько принцев. Неохота смотреть на меня. Занять позицию за орудием. Пулеметный расчет служит. Винникол, Уильям, тащите оружие и патроны. Я ненавижу стоять на месте. Данлок, заряди оружие. Заканчивайте все и пошли. Да, это инженеры. Пора убить несколько принц. Занять позицию за орудием. Мы готовы встретить. Занять позицию за орудием. Доктор, выдвигаемся. Тут снайперов будем делать. Вот отлично станет дыма. Иди сюда. Держать, чертов рубеж здесь! Взвод готов! Теперь мы сможем тушить пожары своим огнем. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Теперь у нас лидер быстрое развертывание. Бабах! Это не я, это они все, не все, не... Неприятель! Боевая тревога! Боевая тревога! Высота атакована! Весь наш периметр чертовски уязвим! Нам нужно укрепить границу сейчас же! Поставить пулеметные гнезда и затянуть колючей проволокой те подходы! На нашу они пытаются прикончить меня! Я под обстрелом! Немцы пытаются захватить нашу территорию и атаковать новую позицию. Знаешь, что я не знаю?
Немцы совершили нападение на наш укрепленный сектор. Немцы пытаются захватить нашу территорию и атакуют передовые позиции. Я под обстрелом! Немцы атакуют наши передовые позиции. Приходят или не приходят, где они? Блин, а чё вы, блин, перестали? Немцы совершили нападение на наш укрепленный сектор. Немцы атакуют наши передовые позиции. Кажется, я попал в дерьмо! Наступают по траншеям! Мы должны отстоять эту высоту! Пушка к бою готова! Наступают! Стоять в обороне!
немцы атакуют город! Гаубица прибыла! Станет жарко. К нам приближаются части второй танковой дивизии. Так, мы не можем потерять эту высоту. Это не должно произойти. Мы обязаны выстоять, или весь ад извергнется из преисподней. Наша вторая задача — удержать Мартен. Если мы потеряем Мартен, то нас полностью окружат. Продержаться бы до рассвета. Несут потери. Немцы у колючки! Они атакуют наш штаб! Ваших распоряжений. Мы попали в переделку!
нападение на наш укрепленный сектор. Мы готовы! Огнемет скоро будет готов! Снайпер держит на снаружи! Немцы пытаются захватить нашу территорию и атакуют передовые позиции. Нам нужно построить здесь пулеметное гнездо! Инженеры в вашем расстрелении! Противник обстреливает нашу базу. Немцы совершили нападение на наш укрепленный сектор. Теперь у нас есть огнемет! Вражеское подразделение уничтожено. Немцы пытаются захватить нашу территорию и атакуют передовые позиции. Немцы атакуют наши передовые позиции. Готовы? На территории обнаружен враг. Совершено нападение на базу. Немцы атакуют наши передовые позиции. Вражеское подразделение уничтожено. Немцы совершили нападение на наш укрепленный сектор. Огнемет скоро будет готов! Ясно! Инженеры, немцы атакуют наши передовые позиции. На территории обнаружен враг. Совершено нападение на базу. Немцы атакуют наши передовые позиции. Теперь у нас есть огнемет! Пытаются захватить нашу территорию и атакуют передовые позиции. Эй, взвод! Шевелите ногами! Пошли! Немцы атакуют наши передовые позиции. Немцы... Стоять в обороне! Немцы наступают! Закончить строительство! Немцы совершили нападение на наш укрепленный сектор. Они у Мартена! Немцы атакуют город! Немцы пытаются захватить нашу территорию и атакуют передовые позиции. Немцы совершили нападение на нашу укрепленную сеть. Враг открыл огонь по нашей базе. Штабе срочно требуют построить центр средств поддержки. Немцы пытаются захватить нашу территорию и атакуют передовые позиции. Немцы совершили нападение на наш укрепленный сектор. Тихо, не садись, ко мне! Мы построили атаку. Наша база атакована. Нас прибегает! Позиция под обстрелом немецких войск! Вражеское подразделение уничтожено. Несут потери. Они в нас стреляют! На территории обнаружен враг. Совершено нападение на базу. Начинаем оборонительные боевые действия. Вражеское подразделение уничтожено. Заминируйте все подходы. Стрелковое отделение под огнем. Наша база атакована. Снайпер пытается перестрелять нас. У меня есть заказ на
Пехота докладывает о потерях. Так мы скоро потеряем. Противник обстреливает за кулак. Боевые действия. Ага!
противник обстреливает нашу базу. Инженеры, докладывают о потере. Понял, иду. Наша база атакована. Такое не каждый день увидишь. Какие у нас координаты? Ведем огонь по танку противника. Стоять в обороне! Немцы наступают! Вражеское подразделение уничтожено. Гаубица ждет ваших распоряжений. Какие у нас координаты? Миссия выполнена. Фух, хоть это выдержали. Да, и все. Сохранить контроль над городом Мартен не получилось. Ну, что ж. Пробуем как-нибудь в следующий раз. Всем спасибо за внимание. С вами был Вадим Сена, игра Company of Heroes. Посмотрим, что будет дальше.